Таврида в Крыму на Бакальской косе. Смотрите на телеканале Просвещение. Завораживает атмосфера. Просто очень интересно, во-первых, что читают, что думают сегодняшние молодые, насколько вообще они интересуются этой сферой литературы и литературной критикой, культурой в целом. Мне кажется, что это очень важно вообще сегодня понять, что нужно работать на долгое будущее вперед, а эти вещи создаются именно культурой. Какая-то работа с молодыми людьми в сфере литературы проводится, но в таком масштабе, наверное, это действительно первая такая встреча. И здорово, что молодые люди со всей страны собираются в одном пространстве. Не знаю, может быть, недели мало для того, чтобы отладить какие-то связи, но, тем не менее, это очень мощный импульс. Я просто знаю многих людей, которые вспоминают эти форумы и считают, что они дали какой-то такой толчок им в их профессиональной жизни, в личных контактах и отношениях, и дали какое-то представление о стране, что страна большая и что это все мы. Таврида в Крыму на Бакальской косе. Смотрите на телеканале Просвещение.